Александр Крияцкий. Сегодня 7 августа 2018 года. Я нахожусь в Берне. Вот. Центральная опять площадь. По типу Италии. Флоренция. Очень напоминает Флоренцию. Дома старинные. Вот. Ну и вот такая жизнь здесь. Так жизнь проходит. Мне уже 48 лет. Но почему вот... Вот я задаюсь вопросом, почему эти же стандарты, с которыми ко мне подходят, с ними не подходят к раскрученным, признанным беженцам. Вот. Это меня вот очень интересует. Почему к раскрученным и признанным, я говорю, на них это все не распространяется. Двойные, если не шестерные стандарты. От этого никуда не денешься. Вот существует их правило, и все. Ничего более. Александр Кирьяцкий. Сегодня, значит, 7 августа 2018 года. Трамвай.